Всем привет, с вами снова Владукс. И сегодня поиграем на сервере Crystalix в B20. Вы меня просили B20. Я его долго так не снимал, так как это большой труд. Я не мог никак выиграть. Уже раз десятый снимал. Поэтому даже если я еще проиграю, я выложу эту серию. Потому что вы просили. Вы просили, а за окном у меня творится непонятно что. Я вам так объясню это. Что за окном? Непонятно что. Так, мы прям заказ покупаем, то есть за победителей. Так, ты чё вообще? Стоит АФКС, походу. О, наконец-то. Они уже там почти к центру подобрались, но можно первое золото забрать. Чё у него башка сзади? Офигеть. Чё у него с башкой? Ну же. Пойдет. Тут пришли, нужно их всех убить. Я бы сейчас, если честно, чили приезжал, я думаю. Ай, да он кирку дерет, ах ты ж. Засранец. Ай, блин, ну как так можно? Вот как? Ладно. Бывает. Возьму себе броньку. Палочку. Ага, кирку, да. И где моя палка? Так, вот это странно звучало, где моя палка. Это не удивляйтесь, я сам в шоке. Ага, это золото монстров. Так, я хочу золото, так что пока. Эй, ты чё вообще? А ты, блин, а ты парень, а ты... А я не офигел? Реально, чуть не офигел. Офигела. Вот осранец. Так, заберем золото. Так. Возьму все блоки. Просто так хватит и еды. Так, вот еще надо будет меч, но пока что из этого шела я меч не возьму. Потому что он нормальный. И потратил все командное. Так, что-то подлагивает. Поставлю присоску на 7 хотя бы. Что-то реально подлагивает. Теперь вот сейчас вот все подружится вот у меня. Вроде FPS нормально. Здесь FPS нормально. Так, ну, сервер что-то подлагивает. Кристалликс подлагивает бесенки почему-то. Не понимаю. Бандикам. Так, здесь ФБ живет. Так. Парень, отойди до твора. А ты ж. Наконец-то. Спасибо, парень, что ты отошел. Так, большое спасибо, выручил. Так. Тут я не возьму себе меч. Все, и можно уже идти. Опа, вы что, больше рашно? Вы что вообще? Это нормально? Вы что? Давай! Давай, вы что делаешь? Наши ненормально. Он же кровать сейчас сольет. Да, я убил. Да. Блин, вы что, вы нормальные? Пропускайте. Просто стоит, да, ФК что. Вот это вот игроки от Бога называются. Потому что я сейчас сундуки сейчас поставлю. Он ФК, да что за. Он ФК. Зеленый,
как ты... Ты вообще, блядь, дуд. Он уже с луком. Ну что бы нам там закупать на часа? Это нормальные люди. Вот. Отдай. Что-нибудь дай. Да он нифига, да... Все золото сжирает, да... Да блин, да... Что, блин? Да не... Тут... Да ты реально офигел, чел. Наконец-то ушел. А что-то нормально могу сделать, уйти. Нужен. На золото надо. Чтобы хоть что-то купить.
Сам лучше не ходить, потому что какой-то даун он забрался. Так. Оу, мы проиграли. Он пошел мама крашить. Только зря просрал то, что я сейчас сделал. Мне что-то ломает. Я не знаю что и не знаю зачем. Мне кажется, у них какой-то клад очень жесткий. Так, 5. Хоть что-то сейчас смогу себе взять. Ты вообще офигел? Ты офигел, да? Ты офигел? Вообще офигел. Я ж тебя буду так лупить. Хоть меня он не убил, и что? Посмотри, сколько у нас. Оу. Что ты сейчас будешь делать? Что он будет делать? Все, он... Он какой-то вообще...
кажется, он идиот или ну. Так. Нужно взять кирку. Кирку и блоки. Реально, мне уже один сейчас путь построить. Блин, обратно убили, так? Так. Возьмем блоки. Возьмем кирку. Блин, хлоп, вот это вот очень плохо. Сейчас путь построить, это будет вообще прям супер. Все, вот сейчас можно будет. Так. Угу. Как раз. И можно уже к нему строить путь. Думаю. Вот так вот без проблем. Все, он еще не убьет. Просто подпускает к золоту. Надо было их сразу же зашить. А было зеленым заниматься. И... Тут у них дофига всего. Он меня, скорее всего, точно убьет. Вот эти. Вот, убили. Так, ладно, еще можно взять блоков. Потихонечку строиться к ним. Все без брони. Он сольет 100%. Так. Я бегу. Надо бежать. Парень, постой ты. Блин, да не мешайтесь мне. Ладно. Так, наш откидывает. Блин, да не мешай. Угу.
Блин, убили. Так это просто нереально, ну вы сами все видите. Думаю, здесь будет быстрая перемотка, чтобы вы не знали, чтобы вы не ждали целую вечность. У нас это было как несколько минут, секунд и надеюсь, что не часов. Потому что, мне кажется, с такой игрой. Так. Фу! Ничего себе. Это было жестко. Так, они о чем договорились уже? Вот как с ними так трудно, а? Ну посмотрите, что вот что они делают. А как я на тебя приду? Вот как? Наверх будет сейчас строиться, потом он свалится, да? Никто не заберется больше наверх. Они нормальные. Только строить, знаешь, а потом. Кажется, сейчас они будут делать что-то очень плохое. И как вот здесь теперь? Здесь еще перестраивали, да? Спасибо. Вот идиоты, а. Вот как таким быть? Мне приходится это сейчас все перестраивать. Сначала приходится делать вот эту ерунду. Без того, что откроется к ним. Так, трое на трое. Надо, блин, да он все достал. Хорошо, значит сделаем по-другому. Делаем там ободки сейчас. Так, сделаю сейчас там ободки. И все будет норм. Так, трое на три. Что-то нашего третьего не вижу. Может, у него какой-то план. Хочу к ним построиться, он чтобы будет базу хранить, посмотрим, как он его хранит.
базе. Как? А, не на нашей базе. Все, нам капец. Так. Так. Клюнула. А, 100% нам прибудет капец. Ладно. Я один остался. Вообще на нашей базе, походу. Я сейчас зарашу их. Постараюсь. Это все проиграл. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я проиграл, ну, вы это все видели. В общем, все, всем пока, с вами был Ларис, я остался один на один, и еще раз всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, больше лайков, больше видео, и всем пока!